На этом единственном в своем роде островке уцелевшей уссурийской тайги нашли свое убежище забытые временем лиановые хвойно-широколиственные леса. Здесь звонкие воды кристально чистых ключей уносят песчинки золота в Тихий океан. Краснокнижные пчелы строят здесь соты в краснокнижных деревьях. Краснокнижные райские птицы ловят краснокнижных насекомых. Банальный гальян питается икрой самого загадочного лосося Симы. Богиня охоты Артемида принимает облик изящной бабочки, а змеи щеголяют в тигриной шкуре. Здесь медведи, как птицы, гнездятся в дуплах гигантских тополей. Лесные коты нахально воруют добычу у своих более крупных родственников. Индийская куница нападает на сибирского рябчика. И даже бурундуки не прочь отведать мясо. А по ночам с каменных россыпей спускается в долину реки легендарный таежный призрак – дальневосточный леопард, именуемый у местных жителей барсом. Единственный подвид мировой семьи леопардов, научившийся жить в глубоких снегах. И самая редкая большая кошка на планете Земля. Тот, кто попадал сюда и сумел разглядеть все это собственными глазами, меняется навсегда. Это повесть о последнем рубеже нетронутой дикой природы. О неразгаданном и таинственном царстве дальневосточного леопарда. Леопарда с мудрыми серыми глазами. Сейчас лето покидает этот лес. А значит, установилась, наконец, солнечная погода. Папоротники поднялись в человеческий рост и устали держать на весу свои величественные перья. Ягоды легендарного женьшеня вот-вот упадут в мох и сокроют тайну местонахождения своего родителя. Тяжелые грозди лимонника, актинидии и винограда заставляют устало скрипеть деревья, приютившие на своих плечах безбрежное лиановое царство. В травах вкрадчивый шорох. Это теплолюбивые змеи сползаются со всего леса к своим массовым зимовкам. Змеям надо спешить, потому что вот-вот однажды утром природа взмахнет дирижерской палочкой и грянет над землей леопарда несравненный осенний оркестр. В воздухе витает всеобщее интригующее ожидание. У кедра нынче урожай. Об этом звериное население земли леопарда знало заранее. И теперь все живое от мала до велика ждет не дождется, когда уже упадет на землю первая созревшая шишка. Хозяйственная белка решила вообще переехать поближе к ореховым сокровищам и торопливо строить себе новую квартиру. Сюда же подтягиваются все, кто, может быть, и не очень любит вкус шишки, но зато очень любит пробовать на зуб тех, кто ест кедровые орехи. Здесь уже прописались не только колонок и непальская куница Харза, но и лисица с лесным котом. Леопард тоже включил кедрач в свой постоянный охотничий маршрут. В устьях рек земли леопарда царит не менее интригующее ожидание.
Гальяны, мальма и пеструшка сбились плотной стаей и держатся в совершенно определенных местах. Потому что стадо вишневого лосося Симы закончило свою океанскую одиссею. И рыбы, почувствовав неумолимый зов природы, вернулись туда, где сами появились на свет. Но низкий уровень воды не дает им попасть в реки. Сима ждет дождя. А речное население ждет Симу. И как только прольется ливень, лосось устремится в родную речку, под тень родных лесов. Лесов, совершенно не похожих на субтропические леса Азии и северные леса Сибири. Заросли кедра и черной пихты вздымаются здесь на высоту 10-этажного дома. Когда Иван Грозный величайшим государевым повелением отправлял Ермака Тимофеевича завоевывать Сибирь, некоторые из этих гигантов уже были в человеческий рост. А в пору, когда первый русич Иван Москвитин вышел к побережью Тихого океана, этим деревьям было уже за сотню лет. В дуплах таких древних великанов на земле леопарда еще сохранились семьи дикой медоносной индийской пчелы, которые сейчас трудолюбиво готовятся к зиме. По сравнению с привезенными сюда из Европы культурными пчелами, дикие более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и различным болезням. Они собирают нектар с цветов даже в дождливую погоду. Однако над каждой пчелиной семьей дамокловым мечом нависает опасность быть разоренной белогрудым медведем, который прекрасно знает вкусовые качества дикого меда. На этот раз пчелиной армии удалось дать достойный отпор молодому белогрудке и отстоять свои запасы, предназначенные вовсе не для него. Но более опытные медведи бывают куда настойчивее. И остаются в тайге вот такие памятники наиболее трудолюбивым пчелиным семьям. Каждая ночь становится сущим кошмаром для обитающих здесь косули и пятнистых оленей. Потому что ночь — это время леопарда. На мягких лапах с гор бесшумно и неотвратимо спускается сама смерть. Леопард видит в полной темноте. Леопард умеет скрадывать добычу, ступая мимо шуршащих листьев только по камням. Он умеет учитывать направление ветра и подбираться к добыче так, что его невозможно учуять. Он умеет занимать самую выгодную позицию для атаки. Он умеет часами выжидать в засаде, чтобы в подходящий момент совершить молниеносный бросок. И редко остается голодным. А ведь мы его чуть не потеряли насовсем. Дальневосточный леопард подписал с человеком пакт о ненападении. И вот уже 100 лет его неукоснительно соблюдает. К сожалению, этот пакт оказался односторонним. И к концу прошлого века дальневосточных леопардов в дикой природе оказалось только 30. Всего 30 зверей на планете. Люди опомнились лишь у самой роковой для леопарда черты. Thank you.
Долгожданный ливень поднимает уровень воды в устьях рек. И Сима устремляется вверх по течению, спеша занять лучшие участки для откладки икры. За каждой самкой следует стайка пеструшки. Это не пожиратели икры. Это еще одна загадка земли леопарда. Карликовые самцы. Выйдя из икринок Симы в этой самой реке, они не скатились в море, как их сородичи, а остались здесь, в реке, ждать своего часа. Несмотря на свои миниатюрные по сравнению с дамой размеры, эти шустрые мелкие кавалеры готовы полноценно оплодотворить ее икру, если рядом по какой-то причине не окажется самца, пришедшего на нерест с океанских просторов. Поэтому самка относится к малышам весьма благосклонно. Но лишь до тех пор, пока ее не найдут кавалеры покрупнее. Выкопать рыбьим хвостом ямку в речной гальке – задача не из легких. Потом, после откладки оплодотворенной самцами икры, предстоит ямку старательно закопать. На это и уходят последние жизненные силы. Исполнив свой родительский долг, рыбы еще какое-то время пытаются охранять свежий галечный бугор, с трудом удерживая себя на течении разбитыми хвостами. Но жизнь в рыбах неумолимо угасает. Они уже не вернутся в океан. Своей смертью они обеспечивают сытую юность потомству. Вслед за ливнем на этот лес обрушивается ураганный ветер. Он сбрасывает на землю первые шишки, и в кедраче начинается пиршество. Первыми туда устремляются проворные белки. Эти профессионалы способны за несколько секунд избавить шишку от орехов и кинуться за новой. Следом торопятся неповоротливые барсуки. Когти и зубы барсука не очень-то годятся для добывания ореха. Ему приходится сначала неуклюже и безжалостно ломать шишку, а потом мучительно выискивать в листве разлетевшиеся во все стороны орешки. А вот белогрудый медведь разделывает шишку с изумительной интеллигентностью. Ни один орешек не упадет на землю, потому что одна из лап играет роль и разделочного столика, и тарелки, и салфетки. В отличие от барсука и медведя, бурундуку предстоит более сложная задача. Он на зиму накапливает не жир, а запасы орешков, поэтому осенью бурундуку не до чревоугодничества. В то время как все пируют, он старательно набивает орехом защечные мешки и таскает добычу в норку, чтобы в теплой и уютной зимней квартире провести суровую зиму, имея в запасе достаточно еды. И лишь закончив свою битву за урожай, усталый труженик позволяет себе поесть. Но горе полосатому заготовителю, если вдруг норка с запасами провизии будет рассекречена медведем. Белогрудке не лень часами работать землекопом, чтобы получить пару килограммов отборных орешков. Если такое мародерство случается под самые заморозки, бурундук не успевает оборудовать новую кладовую и наполнить ее новыми запасами. Он обречен на голодную зиму.
Кленовое пламя приморской осени полыхает недолго. И однажды утром зима заявляет свои права на этот лес мощным снегопадом. Разоренный медведем бурундук спасает себя от голодной и холодной смерти как может. Он, хоть и прирожденный вегетарианец, довольно проворно набивает желудок мясом оленя, добытого леопардом. Взрослая непальская куница Харза радуется первому снегу, как малый ребенок, и вытворяет немыслимое. Тигрятам первый в их жизни снег тоже пришелся по душе. Под бдительной охраной мамы они пытаются понять, как эту штуку можно использовать. И очень быстро понимают, как. И играть в ней надо. А ляпка на снег никак не реагирует. Этому морозостойкому подводнику главное, чтобы река не покрылась льдом вся, целиком. Чтобы остались участки открытой воды для ныряния за кормом. Что там лежит по берегам, снег или листва, ей абсолютно не важно. Малыш-крапивник, соратник оляпки по зимним ныряниям, тоже ничего против снега не имеет. А вот леопарду снег, примерзающий к шкуре и босым лапам, совсем не нравится. Пришелец из жарких южных стран, хоть и научился жить в наших суровых зимах, но вот радоваться первому снегу у него пока не получается. Свежий пушистый снег леопарду — союзник. Он укрыл мягким покрывалом предательски шуршащую под лапой опавшую листву и позволяет бесшумно подкрадываться к жертве. Но в этом лесу всегда найдется непредусмотренная охотником пара зорких глаз. Да еще и с мерзким голосом. Похоже, сегодня леопарду грозит разгрузочный день. С приходом зимы этот лес затихает. Улетели на юг певчие птицы. Писк синиц, ямщицкий посвист поползня, крик соек и дятлов да карканье ворон — вот зимняя фонограмма земли леопарда. Зато река на все лады играет на ледяных клавишах свой неповторимый зимний блюз. Thank you.
Через несколько дней этот же снег стал предателем леопарда и союзником оленей, потому что он подмерз и теперь весело по-новогоднему скрипит на весь лес при каждом шаге. Леопард меняет тактику. Он старается наступать либо на поваленные деревья, либо в лунки чужих старых следов, которые заледенели и не скрипят. Добыча леопарда – это не только еда. Когда он, насытившись, уходит на отдых и оставляет мясо без присмотра, в его столовой радостно объявляет себе благотворительный обед целая ватага нахлебников. Синицы и поползни дерутся за свои крохи. Пара седых дятлов тоже решает перейти на мясной рацион, отодвигая птичью мелочь. Однако интеллигентным дятлам никогда не справиться с наглыми свойками, которые спешат урвать свой кусок. Эти не просто едят. Они растащат как можно больше мяса и спрячут его в укромных местах, пока не прилетели вороны. Шустрый колонок вообще сменил прописку и поселился в леопардовой столовой. Но вся эта ватага мгновенно разбегается и разлетается, когда на сцене появляется лесной кот. Это привидение следует за леопардом по пятам и при каждом удобном случае ворует у него часть добычи. Дерзость кота компенсируется его крайней предусмотрительностью. Найдя добычу леопарда, кот никогда сразу не приступит к воровству. Сначала он найдет глубокие, недоступные для леопарда щели в скалах на расстоянии одного прыжка от мяса. И лишь после этого приступает к жульничеству. В любую секунду готов исчезнуть в своих подземных казематах. И только харза считает ниже своего достоинства подворовывать чужую добычу. Этот неутомимый охотник вполне способен прокормить себя сам. А в это время за хребтом, в другом распадке, тигрица пытается добыть еду для своих малышей. Но тайга – это вам не супермаркет. И кабан вовсе не обязан добровольно становиться тигриным обедом. Туманами в середине зимы жителей земли леопарда не удивишь. Привыкли. Но тут неутомимая на выдумки природа даже их, бывалых, застает врасплох. В середине февраля на заснеженную тайгу обрушивается ливень. Он льет весь день и остается здесь на ночь. Поэтому молодому леопарду, который не спрятал добычу в сухую пещеру, а опрометчиво оставил ее под открытым небом, приходится тащиться в столовую без плаща и зонтика.
рысь. Классическая северянка. Для зимы у нее все предусмотрено. С приходом холодов между пальцами у рыси отрастает жесткий мех. И зверь ходит как бы в валенках, не боясь снега. Но на земле леопарда она редкий гость, потому что уж слишком велика вероятность столкнуться на охоте с полноправным хозяином этой земли. И тут уж лучше уступить, чем рисковать своей шкурой. Впрочем, в последние годы леопард перестал себя чувствовать единственным хозяином. И еще совсем недавно на его земле обитало лишь несколько тигров. А сегодня численность полосатого великана в здешних лесах увеличилась в несколько раз. Леопарду приходится с этим смириться. Он уступил тигру долины рек, а сам ушел в скалы. Так что тигр теперь царь долин. А леопард... принц гор. При столкновении со старшим собратом леопард поступает точно так же, как при появлении леопарда поступает лесной кот. Правда, леопарду при этом удается сохранять куда большее достоинство. С приходом марта зима обычно цепляется за жизнь новыми снегопадами. Но сколько бы она ни старалась, взрыв почек вербы торжественно провозглашает ее финал. Этим пушистым глашатаем весны звери и птицы искренне рады. И вовсе не из эстетических побуждений. А потому что за время долгой и голодной зимы здоровье подорвано, и давно пора поправить пошатнувшийся витаминный баланс. Первая ранняя бабочка спешит испить нектар. Но ей не повезло. Ее уже ждали. Бабочка, конечно же, не планировала стать первым обедом летучей мыши после долгой зимней спячки. А вот голодная мышь об этом как раз и мечтала. Благодатная земля леопарда каждую секунду исполняет чьи-то мечты. Только вот не угадаешь, чьи именно. Реки весело взламывают зимний панцирь и освобождают рыбу из ледяного плена. Теперь гальянам некуда спрятаться от прожорливой выдры. Под звон талых вод южные склоны покрываются ковром первоцветов. Теперь земля леопарда наполняется новой музыкой. Из зимнего изгнания вернулись домой перелетные птицы. И
и обрушиваются на тайгу любовные страсти. Лягушки, торопливо покинув зимовальные ямы, азартно и громко учиняют настоящую оргию. Здесь никаких моральных принципов. Кто под руку попался, того и тискай. Вслед за ними на концертной площадке появляются неразговорчивые жабы. Тут все куда спокойнее и рассудительней. Главное не терять голову и в процессе любовных утех не забывать следить за небом. Хоть природа и обделила рысей хвостами, мартовским законам они подчиняются беспрекословно, как истинные кошки. И все бы хорошо, да слишком уж расшумелась эта сладкая парочка после полуночи. А ведь в обществе всегда найдется кто-то, который не любит, когда шумят после полуночи. И не откажет себе в удовольствии устроить образцовый скандал. Ляпки азартно строит гнездо. И с первого взгляда видно, что мужчина – строитель профессиональный. Вот, нашел подходящую веточку. Наивный любитель на его месте сразу бы бросился ее в гнездо пристраивать. А профи ждет нужного момента, не время еще. Ведь хозяйка слишком далеко и не смотрит в его сторону. А вот теперь на ее глазах можно показательно потрудиться. Насмотревшись на рыси и шашни, самец леопарда решает нанести визит к симпатичной соседке. Однако где-то он просчитался. Вместо ожидаемого флирта красотка недвусмысленно указывает кавалеру на дверь. Даже без перевода на наш язык понятно, что она устала и у нее голова болит. Ну ничего, он терпелив. Он заглянет в более удачное время. За поворотом реки встретились утки-мандаринки. Сначала там все чинно.
разодетые кавалеры раскланиваются на самый уважительный манер. Мол, как поживаете, сосед? Хорошо ли долетели? Но вот кто-то бросил слишком двусмысленный взгляд на чужую избранницу. И понеслось. Наказав соперника, зачинщик драки учиняет разнос подруге, чтоб впредь не строила глазки чужим мужикам. Ну а заканчивается все, как и положено, хэппи-эндом. У барсуков семьи существуют по много лет, а потому какие уж тут страсти. Сначала муженек обязан провернуть капитальный ремонт квартиры, а уж потом, так и быть, получи за труды. Наш разоренный медведем Бурундук умудрился выжить и встречает свою очередную весну. Из дупла выглянули индийские пчелы. И не только они. Тайга наполняется гудением, жужжанием и стрекотанием. Потому что проснулось самое многочисленное племя этого леса. Чуть ли не половина этих насекомых встречается только здесь и больше нигде. Но пару райских мухоловок вовсе не смущает, что кормят они своих птенцов сплошь эндемиками да реликтами. Где уж тут другой-то найдешь? При этом папа и мама проповедуют совершенно разный подход к детскому питанию. Вот мама. Если добыча не входит в глотку дитяти, мама будет рихтовать ее клювом до тех пор, пока не подгонит размерчик до нужного калибра. А вот папа. Великовата добыча? Ну, значит, не судьба. Значит, съедим сами. Не выбрасывать же. Массовое зимнее убежище покинули змеи. И расползается по лесу смертельный ужас для лягушек, мышей и мелких пернатых. Появились на свет косулята и оленята. В первые дни своей жизни они обязаны неподвижно лежать в укромном месте, которое указала мама, уходя пастись. Малыши практически не издают запаха, и леопарду их не найти. Но уже через несколько дней они должны уметь бегать наравне со взрослыми. У харзы тоже пополнение в семействе. Этим харзятам спешить с развитием некуда. Мама готова порвать в клочья любого, кто покусится на безопасность малышей, каких бы размеров ни был враг. Но дети есть дети. И стоит маме отправиться на охоту, как непослушная троица начинает на свой страх и риск осваивать неизведанный мир. В
конце концов, тайга превращается в огромный детский сад. На радость леопарду. Вместе с морскими туманами и проливными дождями лето опускается на эти леса. Леса, которые по всем законам неумолимой и непредсказуемой человечьей логики должны были исчезнуть под асфальтом и бетоном, ибо остались на стыке трех бурно развивающихся государств. И все же, вопреки этим законам, были превращены в национальный парк и спасены человеком от самого себя. Спасены, чтобы навеки остаться таинственной и неразгаданной землей дальневосточного леопарда. Леопарда с мудрыми серыми глазами.